Мы на месте. Мы приветствуем Анну, интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свой биополин и опрет сеанс. Готова. Хорошо. У нее подключки в руках, ты говоришь, да? Но не в руках, у нее тонкая копия вышла с этими подключками. А, у не нее в ней. На горле есть руки, как скованные, в ногах утяжелитель. Сканирование мешает? Нет. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Анны под ногами. 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Анны. Находит все. У меня демон. Демон. Хорошо. Какой? 11. Дальше. Лизард. Лизард. И гуманоид. И гуманоид. Хорошо. Еще кто-нибудь есть? А, нет, никого нет. И у гуманоида у него такая накидка, как с перьями сзади, с крыльями. Это он ей делал, да? Нет, он сам так выглядит. А что это у тебя за накидка такая, гуманоид? Гуманоида в крыле не бывает. Он говорит, что он ангел. Кто сам ты? Сам Бог к ней спустился. А, это ты это ей втирал, да? Это твоя, значит, рассказы эти были, да? Представитель Бога на земле. Он покрутился в клетке, показал. Ну, все понятно, откуда эти мысли идут. Сколько ты находился в биополе, гуманоид? 3 месяца. Откуда ты? Система Орион. Хорошо. Лизард, что ты делаешь в этом биополе? На что зашел? Он чавкает. Вкусно ему. И сколько ты находишься в биополе, чавкающий лизард? Он месяц. Хорошо. На что ты конкретно зашел? У тебя есть какие-то сигналы, на что ты заходишь? И гуманоида, и демона есть. Какие-то причины. На что ты зашел? Он почему-то показывает, что она ноет. Ноет, стонет. Это разве твоя чистота? Когда человек жалуется и ноет, как ты говоришь? Да, это его чистота. Он показывает, поэтому он чавкает. Наслаждается он от этим. И это нытье, оно притягивает чужие боли. Он вот еще так. И там подпитывается. Через нее, да? Да. Удобно. Хорошо, и демон у нас 11-й. Сколько ты находишься в этом биополе? 18 дней. 18 дней. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать другие вопросы. Даю команду тонкой копии Анны спроецировать все энергетические сферические каналы, которые она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Демон, 18 дней назад. Ты подключился где? Там, где она живет? Где она живет. Прекрасное место. Ты имеешь в виду это общежитие, вот эту квартиру? Где куча порталов и еще больше сущностей. Хорошая кормушка. Ну, я так посмотрел видео. Конечно, там я не знаю, как там можно жить. Значит, ты оттуда. Значит, соответственно, у тебя в этой комнате, где она живет, есть свои, в этой квартире, есть свои подключки, правильно? У меня есть свои интересы. Подключки есть у тебя там, в этой квартире, о которой я говорю. У меня нет цели чистить все общежитие. Я чищу сегодня эту квартиру. Поэтому есть. Я... Хорошо. Лизард не присутствует, гуманоид, у тебя есть что-то в квартире, где живет Анна? Платы стоят на платы. Потолке. Все понятно. Хорошо, ждем окончания реверса. Реверс закончился. Установили фильтр с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Анна забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли, до последней капли возвращает Анна себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Усилию потоки в 50 раз. У кого-нибудь есть контракты, которые подписаны с Анной из присутствующих? Демон, гуманоид, договоры. Гуманоид говорит, что попозже пришел бы, был бы контракт, пока только на стадии договоренности. А что ж ты ей такое пообещал, что так далеко ты смог зайти за 3 месяца? Неужели это накидка? Здесь не мои обещания играют роль, а ее внушения. Ее ожидания. А какие у нее внушения? Как ты их видишь? У нее нет стержня. Она шаткая. И я вижу ее, что она хватается за все. Но главное, сути не видит. У нее есть все инструменты, но она идет сквозь них. Хватает воздух руками. Понятно. Мне все а понятно. Я вкладываю в этот воздух смысл. И что произошло, скажем, через год, если бы мы сегодня с тобой не встретились? Какие твои планы были? О, это прекрасный экземпляр на создание копии. Сделали бы копию, да? Отщепление души было бы? Или делали не копию? Только души, полноценная копия несет биоматериал. Со всеми вытекающими последствиями. Хорошо. Как у нас с реверсом, Вера? Закончен. Начинаем вытаскивать. Лизард, начинаем с тебя. Выходи, вытаскивай свое гнездо, где ты сидела в сердечной чакре.
Горло, сердце. Горло, сердце. Вот оттуда вытаскивай все свои энергии, ничего не забирай, не забывай и возвращайся назад. У него в горле как зубы такие, челюсти, которые жует, как кусает ее. Ее кусает в горло? Да, изнутри, это его подключка, он ее питается этим, кусает. Я такого еще не видел. Челюсти большие, длинные такие. Я такого еще не видел. Все вынесен. Демон, у тебя контрактов никаких нет, да? Договоров? Нет, контрактов нет. Скажи, мне есть затемнение в биополе Анны? Полно. Где? У меня везде серость. Ты хочешь эту серость с собой забрать? Не откажусь. Тогда выходи сначала, отключайся полностью, снимай все, что ты оставил на своей чистоте, все эти утяжелители, веревки и так далее. Все это снимай, как закончишь, доложи на месте. Я выдавлю тебе этот серый шар. Но у него в ногах подключки, он снял с ног утяжелители. Все снял, да, Вера? С ног, да. И на руках подключки есть, но это не его. А чьи? А, гуманоида? Это гуманоид. Все понятно. Хорошо, если он все свое снял, включая внутренний белый свет Анни, и она выдалит из себя всю эту серость, все затемнения, которые у нее есть, все выходит и формируется в шар перед ней. До 100%. Пошел процесс. Да, и шар. Большой? Как мяч. Демон забираешь? Забирает. Отправляет демона. Возвращайся назад. Хорошо, и гуманоид у нас остался. Гуманоид на твоей чистоте. Остались подключки? Да, есть подключки. Голова и руки. Тебе выходить не надо, вытаскивай это все, отключайся полностью. У меня в голове идут подключки, лоб, виски. Как такую накидку он снимает, отключает эти чипы и с головы снимает полностью накидку. Хорошо. А также на руках у него вот как перчатки, которые ведут к запястьям и соединяет их. Это то, что он говорил, что на как воздух руками хватает, а он вкладывает ей свои. Свой смысл, как он и сказал, да, я помню. Снял. Хорошо, даю команду на рассинхронизацию Анны с демоном, лизардом и гуманоидом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Включаем внутренний белый свет Анны, этим светом она выдавливает из себя все негативное патогенное низковибрационное чужеродное, находящееся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Да, шар есть. Открываю воронку в галактическое ядро под шаром, и он уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. У нее слово идет меланхолия. Она как на распутье из-за этого. Не знает, в какую сторону ей идти. Чисто подключка. Хорошо, помогаем энергии отстегнуть все каналы. На счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетает канал, отстегивается, открывается воронка в галактическое ядро. Канал улетает на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Проверку прошли. Лизард, я тебя отпускаю в первый раз. Ты больше никогда в это биополе не войдешь. Тебе это понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте лизарда. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, демон, я тебе сейчас открою портал в квартиру, где живет Анна. Собирай все, что ты оставил в этой квартире. Я приду, проверю. Ты мне еще покажешь, если есть там порталы, я их закрою. После этого я тебе могу собрать весь негатив в этой квартире и отдать в дорогу. Все понятно? Понятно. Открывается портал в квартиру Анны, и демон идет в этот портал. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Я прошу офицера Кольта выйти со мной на связь. Кольт на связи. Гуманоид система Ориона 3 месяца находился в биополе, подключки находятся в клетке-тюрьме. Он весь у нас такой красивый, в накидке с перьями. Слабую точку нашел, забираем его на проверку. Так и есть, благодарю тебя. Артефакты тебе нужны? Нет, уничтожать. Под всеми артефактами гуманоида открывается воронка в галактическое ядро, и они уходят на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Готово, гуманоиды забрали. Отлично. Давай заправим Анну энергией. Посмотри, сколько ей нужно энергии и какая частота вибрации. 380 и 25. На 4 макушку головы Анны начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 380% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Анна, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете сейчас? Сейчас мне радостно и спокойно, и энергии совсем другие. Да, я чувствовала эту серость внутри, а сейчас все ярко и
Гармонично. Мы вам давали после чистки рекомендации по выдавливанию этого негатива, этой серости. Я ничего другого не сделал, как то же самое, что и вам рекомендовал. Я это все выдавил и сбросил. Почему вы не заправляете себя энергиями, не поднимаете вибрации, не выдавливаете из себя каждый день негатив, а копите в себе это? Именно на это и пришел Лизард. Сделайте выводы из этого сеанса. Даже гуманоид сказал, что у вас есть вся информация, так вы и не пользуетесь. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа и сразу перейдем к чистке вашей квартиры. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Анны в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу клеточки из извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаясь от объекта, квартиру Анны ты видела. На четыре ты стоишь перед входной дверью ее квартиры. 1, 2, 3. Ты перед квартирой. Да, здесь. Входи в квартиру. Я здесь этот... Демон. Демон и спрут. Все. Демон и спрут. Хорошо, спрут. Выходи. Собирай все, что ты оставил на своей чистоте в этой комнате. Ничего не забывай в этой квартире. Он в ванной, наверное, жил, да, Вера? Он в ванной, он спрашивает только в этой. Мы чистим только эту квартиру. У меня присоски были, собрала. Понятно. В дальнейшем тебе запрещается в эту квартиру заходить и подключаться к этой душе, живущей в этой квартире. Тебе это понятно, спрут? Да, понятно. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте спрута. Забирает, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Демон, ты свое собрал? Да, собрал. Хорошо. Порталы есть, Вера, посмотри. Демон. Зеркало, портал. Так и есть. Большое зеркало, длинное. Большой портал. Под зеркалом открывая воронку в галактическое ядро, портал фантома частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Еще есть окно. Демону жаль. Он говорит, что портал был давно, она недавно здесь. Я тебе соберу негатив. Я думаю, ты переживешь эту утрату. Еще есть порталы, Вера? Порталов нет, есть платы на потолке. Хорошо, над кроватью стояли, да? На потолке, да. Открывая внизу воронку в галактическое ядро, срывая эти платы гуманоида, и вместе с энергиями этих плат все летает на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Они по всей комнате, не только над кроватью. А, по всей здесь комнате? Небольшая комната и полностью в платах. Все улетело? Улетело, да. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, даю команду. Эмоциональная энергия, эмоции, мысли, чувств. Пошел процесс. Но они вытянутые такие получились, два овала. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро, и космический уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Демон, это твой. Забираешь? Да, он забирает. Отправляю демона. Да там столько людей жило, там это концентрированная энергия, если уже овал начинается, это уже значит... Готово. Хорошо, демон, еще один вопрос мы с тобой должны решить. К этой душе больше не подходи. Мы здесь ставим защиту в этой комнате. Мы не лезем ко всем в этом доме. Соответственно, ты должен придерживаться этого договора. Если при проверке я вдруг обнаружу тебя опять в ней с подключками, у нас будет совсем другой неприятный. Да, больно надо, есть и другие. Я даже в этом не сомневаюсь, знаю это место. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Под клеткой и ставь огненную пентаграмму. Под клеткой открывая воронку в галактическое ядро, клетка уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, мы закончили. Отключайся от квартиры и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.